музыка — это жизнь, это улыбки людей, которые приходят ко мне на концерты, это их истории, которыми они делятся со мной. Для меня музыка — это путь. Когда появилась песня «Forever», я сразу же понял, что она обязательно должна звучать на Евровидении. Я понял, что это именно та мелодия, которую я хочу показать, которую я очень хочу исполнить на этом конкурсе. Именно она стала главной причиной. I saw you here, I knew that I was blind.